В одной руке ветка ели, в другой – бутылка водки. Красный нос поздравляет людей с Новым годом. А чтобы вам также дожить до следующего года, нужно уже сегодня, после этого видео, учить то, что вы увидите, или стереть самой страшной бурячихой это из своей памяти. Ибо оставаться прежним после таких знаний вы уже не сможете. Привет, краснощекие скорпионы, с вами Федорович. А значит, сейчас мы будем постигать непостижимое, учиться неучитываемуся, неучащемуся, короче, тому, чему нельзя познать. Совсем старухой стала старая яблоня, но на ней все так же гнездятся птицы. А у нас все старые мастера спорят между собой, кто же у кого учился и кто кому ученик. Все, теперь вас будет мучить до конца жизни один вселенский вопрос. Это и есть учитель Чхарька, или это его первый ученик? Этот философский и такой жизненно важный вопрос даже записан во всех святых писаниях и свитках древних мастеров. Конечно, опытный мастер распознает небольшое расходство в стилях. Но это произошло потому, что великий Чхарек пошел по пути орла, сделав свой стиль более деревянным и острым, а его великий учитель двинулся по пути змеи, сделав его более плавным и изворотливым. Теперь весь мир боевых искусств находится в ужасе, ибо когда эти два мастера сольются в брачном танце змеи и орла, на свет родится невероятный мастер, который покорит этот мир. Как павлин, распускающий хвост на ветру, все пацаны, которые занимались в детстве балетом, смогут распустить крылья. У вас есть уникальная возможность познать новый, невероятный стиль единоборств и отомстить всем обидчикам, кто называл вас девочками, гомиками и другими невероятными словами, которые накапливаются в детскую обиду, способную уничтожать миры. Ну что, балеруны, воспряли духом? Срочно звоните этому мастеру и записывайтесь на смертельные тренировки. Теперь на следующей же встрече выпускников, посреди застолья, когда все уже будут навеселе, вы сможете выпрыгнуть на стол и устроить кровавое месиво, уничтожая этого Петьку-боксера, Ваську-задиру, Светку-разлучницу, которая не захотела ходить на ваши выступления по балету. Главное, не уничтожьте ни в чем не повинных официантов. Земляные червяки умирают в земле, а великие мастера убивают там, где придется. Ибо испытать свои силы против них мало кто хочет, а тот, кто хочет, понимает, что зря, ибо не может. Here.
Этот великий лохматый мастер, который скрывается за обликом геймерского задрота, на самом деле является прямой угрозой для всех единоборств. Его техника называется лящичи, которая способна легким подзатыльником, а в детстве я регулярно получал от бати такие же, даже не подозревая, что могу нахрен умереть, способна вырубать наглухо качков, бойцов и, самое главное, здоровенных мужиков из пивнухи. Одну ветку тронешь, закачается с десяток, а одно движение этого мастера способно уложить любого, куда он захочет, как захочет и когда захочет. Нельзя забывать про великих и непобедимых, ведь забыв про них, мы забудем про себя и растворимся в бесконечности серых будней. Отдадим дань памяти величайшему из великих, лысейшему из лысых и махающему из махающих. Этот ниндзя современности изобрел десятки техник, но настолько секретных, что кроме него никто их так и не познал. На большом дереве всегда кто-то живет, но даже если мы этого не видим, не значит, что там никого нет. Так и великая сила мастера. Если мы ее не понимаем, не значит, что она не существует. Но не дай бог вам столкнуться с таким мастером в кабаке, когда в бочке у бармена остался всего один бокал пива. Умирает кузнечик, но так громко поет он последнюю песню. А настоящему мастеру достаточно просто сидеть, чтобы все вокруг летали. Вы наверняка не поняли всей невероятной пользы этой техники, а она великолепна. Представьте, как вы спокойно сидите в кабаке у дяди Бори, попиваете разбавленное пиво, жуя прошлогоднюю воблу, а тут к вам направляется подгулявший кент, который, как обычно, без денег, но с явным желанием выпить. А вы его раз и уложили испачкать полы своей курточкой. Пишите в комментах, какую технику вы добавите в свой арсенал. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотры и настойчивости в тренировке.